Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы будем с вами рисовать вот такие чудесные весенние тюльпанчики. Итак, приступим к нашему уроку. Сегодня нам понадобятся краски. У меня акриловые, можно взять гуашь, какие у вас есть. Возьмем кусочек губочки. Мы будем сегодня рисовать с вами вилочкой. Возьмем тоненькую кисточку. Салфетку вытирать будем об салфетку, кисточку. Возьмем кусочек фолии. Баночка с водой. Обязательно мы будем кисточку нашу мыть. Я свой лист закрепила малярным скотчем для удобства. Вы можете тоже сделать, можете нет. Для начала мы возьмем нашу губочку и закрасим наш лист голубым цветом. Как мы делаем голубой цвет? Мы берем белую краску и голубую, и синюю. Если, допустим, у нас нету голубой краски, да, мы смешиваем нашу синюю краску с белой. Мы не будем делать слишком темный фон. И вот такими движениями, можно где-то больше чуть-чуть синенького взять. Вот такими похлапывающими движениями мы будем сейчас рисовать с вами фон. Это у нас будет небо. Можем добавлять, опять же, да, смотрите. Ой-ой-ой. Чуть-чуть макнули синенького, чуть-чуть беленького. И дальше. Можно сделать и размазывающими движениями. Допустим, вот сейчас я покажу вам. Вот на этом листочке, да, мы можем просто размазывать. Будет тоже очень хорошо. Давайте попробуем даже и размажем. Поэкспериментируйте, как вам понравится больше размазывать. Вот, смотрите, как красиво получается. Угу. В одну сторону, в другую сторону. Можно взять еще побольше беленького. Смотрите, у вас два варианта, да, покрыть. А давайте верхнюю часть мы размазали, а нижнюю часть мы вот так поприхлопываем, чтобы у нас было небольшое разнообразие в работе. Так, здесь слишком темно не делаем, потому что у нас будет тут травочка потом внизу. Слишком тоже старайтесь много краски не брать, чтобы у нас краска высыхала побыстрее, да? Смотрите, практически у меня губочка практически сухая. Вот так сделали мы с вами фон. Если вы слишком много краски нанесли, тогда дайте нашему фону немножко остыть. Так, теперь мы возьмем тоненькую кисточку. Я надеюсь, что у вас она есть. Смотрите, что мы будем делать. У меня есть зеленый цвет. Сейчас покажу вам зеленый цвет. Поверну его. Хоп-хоп-хоп. Губочка нам не нужна. Зеленый цвет. Но вдруг, если у кого-то зеленого цвета нет, как мы делаем с вами зеленый оттенок? Мы берем синий и желтый и соединяем его между собой. Смотрите, я взяла немножко желтого и немножко синего. Смешиваю между собой. И получается вот такой темный зеленый цвет. Чтобы он был посветлее, можно взять еще немножко желтенького. Видите, какой красивый зеленый цвет получился. И этим зеленым цветом мы рисуем с вами стебельки. Можно стебелечек один нарисовать. Второй стебелечек нарисуем. Можно такие стебелечки изогнутые нарисовать, естественно, что-то я тут слишком ровно их нарисовала. Рисуем листочки, раскрашиваем их внутри. У тюльпанчиков листочки вот такой формы. Аккуратненько рисуем.
стараемся раскрасить наши листочки. Где-то у нас может быть листочек один на другой зашел. Такое тоже возможно. Здесь листочек мы нарисуем. Вот, у нас будет 3 тюльпанчика с вами на полянке. Смотрите, вот у меня есть зелененький цвет. Мы можем чуть-чуть где-то добавить и зелененьких таких оттенков. Где-то в каких-то местах, где-то вот здесь, допустим, дорисовать. Если у вас, например, нету второго зеленого цвета, мы просто кисточку немножко обтираем. Берем желтенький цвет и по этому же цвету зеленому вот рисовываем вот такие оттеночки, добавляем, да, и зеленая краска с желтым смешивается и тоже получается зелененький такой оттенок. И наши стебелечки прям начали играть цветом. Ну, естественно, мы нарисуем вот здесь небольшую травочку. Здесь можем точно так же взять и наш... Опять, видите, у меня краска здесь закончилась. Я возьму немножко синенького цвета, немножко желтенького цвета, смешаю его. О, видите, он даже синенький получился. Берем еще желтенького, смешиваем. И рисуем вот такую травочку снизу вверх, вот так рисуем. Снизу вверх. У нас травка снизу вверх растет. И мы добавляем вот сюда травиночки. Также в эти травиночки можно добавить желтенький оттеночек. Точно так же чуть-чуть берем на кисточку желтенький цвет и рисуем вот такие травиночки. Так, кисточку моем, нам больше кисточка не понадобится. Сейчас мы возьмем с вами вилочку. И что мы будем делать с нашей вилочкой? Так, я поверну палитру. Смотрите, я сегодня выбрала и красный цвет, и розовый цвет. Давайте попробуем сначала красный. Вы можете выбрать любой цвет, и желтый, и оранжевый. Какой у вас есть и какое настроение у вас есть для этого. Мы возьмем вилочку. Мы можем попробовать на листочке, да, как у нас будет отпечаток происходить. Вот видите, слишком много я краски взяла. Давайте на отпечаток вот так сделаем. И попробуем, как у нас отпечатается. Видите, надо, чтобы не слишком много краски было и не слишком мало. Вот. Потренируйтесь вот так, да? Сделаем отпечаток и попробуем сделать отпечаток на листе. Хоп! Получились вот такие. Хоп! Так, я думаю, мы сделаем, наверное, 3 тюльпанчика красные. Так, еще раз отпечатать можно вот здесь, вот так же. Видите, от разной вилочки у вас могут быть разные отпечатки. Тогда для этого мы берем обратно нашу кисточку тоненькую, возьмем красочку и подрисуем наши тюльпанчики. Вот так подрисуем. И вот эту нижнюю часть мы раскрасим. Подрисовываем наши тюльпанчики. И раскрашиваем их аккуратненько. Смотрите, у нас есть, вытираем кисточку, можно сейчас ее не мыть пока, или в принципе давайте помоем сразу, чтобы у нас была привычка такая, да, сразу ее вытираем, кисточку.
И смотрите, у меня есть здесь и розовый цвет, и желтый еще цвет. Давайте розовых вот таких пятнышек нарисуем на наших тюльпанчиках, чтобы они у нас смотрелись очень красиво. Так, берем опять кисточку, моем, обязательно вытираем. Давайте чуть-чуть где-то желтенького добавим здесь, вот здесь где-то добавим каких-то пятнышек. Вот такие. Все, замечательно. Так, кисточку мы помыли. Что бы мы еще могли с вами здесь сделать? И в конце мы сделаем небольшой такой акцент. Возьмем фолию, сделаем вот такую штучечку. Здесь сильно мы не придавливаем. Возьмем белую краску, постучим по бумажке, да, чтобы слишком много краски у нас не было. И будем рисовать вот такими отпечатками небо. Чуть-чуть где-то, вернее, не небо, а облака. На небе вот такие облака нарисуем. Немного добавим. И наша работа с вами закончена. Я очень рада, что вы со мной рисовали сегодня. Жду ваших работ и до новых встреч!